Что касается сегодняшней заполняемости, то санаториев на уровне 70%, то есть это можно констатировать о том, что сегодня обеспечена стабильная работа уже с учетом существующего спроса, потому что 70% заполняемость, она сегодня оптимальна в связи с тем, что сейчас необходимо выполнять рекомендации, которые временные рекомендации, разработанные Центром Минздравом по, с учетом эпидситуации сегодняшней, соблюдением социального дистанцирования. Поэтому мы отмечали увеличение спроса практически ежедневно. И на сегодняшний момент уже в санаторно-курортных организациях находится более 17 тысяч человек. Значит, из них более 1200, если быть точным, это 1277 иностранных граждан на вчерашний день. И эта цифра пока у нас увеличивается изо дня в день, поэтому мы не ставим перед собой целью в этот летний период достигнуть 100% заполняемости. Данная заполняемость позволяет работать санаторием с положительным экономическим результатом и соблюдая все требования. Эти требования в соответствии с рекомендациями мы контролируем, потому что необходимо, чтобы человек приехал с результатами тестирования не позднее 2 суток с момента заезда. Значит, и также должна быть справка об отсутствии контактов на протяжении последних 2 недель с больными или контактами первого уровня. Это то, что касается по путевкам заезжающих граждан. И рекомендованный период пребывания не менее 14 суток в санаториях, поэтому те, кто приобретают путевки за свободной реализацией, рекомендовано этого периода лечения и придерживаться. Более 30 тысяч детей находятся сейчас в лагерях различных типов, поэтому надо сказать, что летняя детская оздоровительная кампания проходит в состоянии эпидблагополучия, то есть чрезвычайных ситуаций, каких-то несчастных случаев не отмечалось на сегодняшний день.